может отвлечь от покупок посетителей одного из торгово-развлекательных центров Шымкента. Только шумный концерт с песнями и танцами. Его решили устроить волонтеры благотворительного движения «Рука помощи». Несколько десятков молодых юношей и девушек сегодня развлекают горожан только ради одной цели – помочь парню, оказавшемуся в беде. Молодежь Шымкента активно принимает в этом участие. Очень много неравнодушных людей, а также все проявляют свои инициативы и очень нас поддерживают в этом, чему мы очень благодарны. До Сымхану Сейфуле было всего 20, когда его жизнь разделила на до и после страшная авария. Парень уже несколько месяцев находится в коме и ни на что не реагирует. Водителя лихача, который стал виновником того жуткого ДТП, оставили на свободе, а до Сымхану предстоит долгая и тяжелая реабилитация, которая стоит немалых денег – 17 тысяч долларов. Большой интерес у зрителей на концерте вызвало выступление КВНщиков. Молодые парни развлекали публику анекдотами и шуточными сценками. По словам организаторов концертной программы, они хотели устроить новый формат благотворительной акции – развлекательный. Зрителям такое представление понравилось. Мы готовились прилично на это мероприятие. Это мероприятие вообще-то весело для молодежи, но с одной стороны мы собираем много средств на лечение до Сымхана. Так как он сам молодой, мы вся молодежь собрались и решили помочь ему. Ну, нужно помогать людям, которые не могут сами себе помочь. И не только людям, кстати. В Шымкенте очень много бездомных собак, животных, вообще. Мы за благотворительность. По окончании концерта были подсчитаны собранные средства. За один вечер волонтеры собрали 60 тысяч тенге.